Привет, друзья. Наверное, немного неожиданный ракурс, но это нужно. Что хотел показать? Для начала немножко вступления сделаю. Недавно был на работе и увидел, что у меня на пальто, а пальто достаточно старое, на нем образовались такие катышки, возможно, помните, там по каким-то рекламам там, или что там, что вот как катышки убирать там всякими там стикер-роллерами и прочей фигней. И вот, собственно, хотел показать такую штуку. Еще, наверное, в советских журналах, там, газетах, где были, может быть, помните, кто там из старперов, что были советы катышки убирать там бритвой, которая отслужила свое, которая уже плохо бреет, ей можно там, типа, срезать какие-то накатанные штуки там на войлоке, да, ну и на подобных там материалах. И вот здесь вот, ну, по-моему, это драповое пальто, да? Можно вот посмотреть, что вот какие-то вот штуки вот такие есть. И вот у меня на руках был Contego, поэтому я им и покажу. Просто вот эти вещи, они элементарно убираются ножом. Ну, если, конечно, он прилично заточен. То есть не надо от него, чтобы он брил, как бы, достаточно, чтобы он просто... Ну, был прилично, в моем понимании, заточен. Достаточно заточен. То есть, вот вся эта гадость. Сейчас, ну, здесь я уже все убирал, как бы это не самое такое страшное место. Сейчас что-нибудь пострашнее найдем. Вот как раз вот. Ну, вот, например. Видно, что вот они идут по всему ребру. Ну, вот это... Такая болезнь подобного рода одежд. И вот смотрите, оно убирается элементарно, едва касаясь. Все эти косяки снимаются. Я не буду, как бы, показывать вам весь процесс, но просто показываю, что это, ну вот, абсолютно элементарно это все делается. И это просто к тому, что зачем тебе нож? Ну, к примеру, вот. То есть где-то что-то спалил, никаким стикер-роллером, никакой липкой хренью, к примеру, попробую сейчас найти, показать. Есть вот, например, вот такие штуки, да? Вот, понятно, здесь мы отрываем эту липкую часть, которая уже, прошу прощения, засралась. Пытаемся, ну вот эти вот вещи бесполезны, они остаются на месте. И берем, ну, любой нож, и все, мы их элементарно убрали. Для этого не нужен супер заточенный нож. Вот мне, не знаю, вот этот нож стоит 200 рублей, да. Пожалуйста. Сейчас что-нибудь найдем повеселее. А, ну вот это вот как раз я очистил на работе, когда был. Давайте. Что тут? Ну вот, например. Абсолютно таким же образом все это убирается. Вот. И выглядит вот так. Ну, в общем, вот, что хотел показать. Это такое проходящее видео, но, возможно, кому-то это будет полезно, потому что, возможно, кто-то этого не видел, не знал. Или просто не задумывался о таком применении ножа, который всегда на кармане. Ну, вот такие дела. Что тут? Это первое мое видео в 2015 году, поэтому с наступившим всех. Спасибо за просмотр. Не болейте.